Всем здравствуйте! Известная певица Алла Пугачева сейчас находится в очень затруднительном положении. Знаменитость уехала из родной страны еще в 2022 году. После этого появлялось много слухов о том, что в доме певицы в деревне грязь готовится к ее возвращению. Однако пока это лишь догадки журналистов. Выяснилось, что когда Пугачева жила в России, на ее содержание уходили приличные деньги. По рассказу продюсера Павла Рудченко, у Примадонны была целая свита прислуги, которую надо было оплачивать. На самом деле Алла Борисовна регулярно в России передвигалась с телохранителями. Понятно, что это не дешевые услуги. Впрочем, любой ее выезд из дома всегда стоил определенных бюджетов, и это сотни тысяч, заявил он. Продюсер отметил, что даже обычный выход в магазин готовился заранее. Аллу Борисовну полностью собирали стилисты. Имеется в виду прическа, грим, да и образ в целом, и все ради того, чтобы знаменитость просто выбралась из своего дома, пояснил Рудченко. Теперь же дела Примадонны не такие радужные. Алла Борисовна по возможности следит за собой самостоятельно. Былая красота и роскошь образа Примадонны угасает. Здоровье тоже оставляет желать лучшего. Очевидцы говорят о том, что совсем недавно к дому Пугачевой подъезжала неотложка. В определенных кругах поговаривают, что сердце знаменитости не выдерживает накала страстей. И даже, если Алла Борисовна примет решение вернуться на родину, сделать это будет крайне сложно, несмотря на то, что в родной стране ее до сих пор любят и помнят. Но супруг Примадонны диктует ей совсем другой жизненный уклад и не допустит, чтобы решение принимала сама Алла Борисовна. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!